О, Вера Вольт. О, лучший оператор влогов на свете. Доброе утро. Доброе утро. А ты почему так разговариваешь? Это мои ежедневные отбеливающие американские полоски для зубов. Голливудская улыбка? Да, будет. Так, а это что у нас тут? Это у нас собранный весь реквизит, потому что у нас сегодня досъем Лолы плюс 2, одна маленькая, но очень крутая сцена. Всякие няшные хрени будем сегодня разрывать. На самом деле, я уже сейчас пойду сушить волосы, потому что нам надо будет выезжать. Сценарий подправлен. Можно идти сушиться. Ну все, иди. American actress. American actress. Будущий призер Каннского кинофестиваля. Будущий трендсеттер поколения. Ты знаешь, Валера, что такое трендсеттер? Тренс... Нет. Это я. А, все, окей. Все, поехали. Поехали! Валера, хочешь мне помочь? Я камеру держу. Ладно, сильная женщина. Независимая. Давай, Валя, неси. Что это делает самый лучший... Блядь, да что ж такое? Валера, давай дикция, дикция. Все это время ты пытаешься сказать что? Что? Что сейчас делает самый лучший режиссер на свете? Все, никакой постановы. Давай, в телефоне сиди. Так. Что же делает самый лучший режиссер на планете? Записывает, что он опаздывает. Девчонки, я на 10 минут опоздаю. Кстати, наш композитор. Ой, скромный, он очень скромный. Немногословен. А еще я умею танцевать как Джокер. Но ты же говорила, что тебе писали люди. Вы что, остановились? Я каплю в глаз прыснула. А помнишь, как я тоже себе что-то прыснул в глаз? Да ты вообще ходячая катастрофа. А, что-то я ел, что-то такое острое, типа чипсов каких-то острых. Ты глаз почесал? Да, почесал. Вот ты затронула тему коронавируса. Да. А вам же писали, да, люди? Да, да, мне сегодня написала девчонка, по-моему, типа, вы же приостановили съемки из-за коронавируса. И на самом деле мы сначала действительно их приостановили, и я даже села на карантин. А потом я поняла, что... Нам так, на самом деле, мало осталось доснять для того, чтобы уже, наконец, показать эту серию, что, блин, это реально преступление этого не делать. Но, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Главное — предохраняться. Я предохраняюсь, например. А вы? Короче, мы будем раньше, пока оператор поехал за техникой и за светом. Мы будем делать мейк, мы будем переодеваться, мы будем пить кофе, чай. И... Танцевать. Танцевать, танцевать, конечно. Мы сегодня вообще будем очень много танцевать. А еще мы будем кое-что курить. Это что? Ну, самокрутку. Полетели! О! Таня, она у нас с Андро. Доброе утро! Доброе утро! Всем доброе! Всем, прикиньте, только что ты видел, здесь живет Илья Соболев. Зачем я сказала? Где-то в одной из этих квартир. Я предлагаю лично звониться в каждую. Как будто Майкл Джексон, я думаю. И что, снять его у нас вновь? Камео. Хотите подснять? Илья Соболев, если ты это посмотришь, мы ждем тебя на вторую серию. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh. I don't wanna know. Как вам? Красиво. Окей, Google. Окей, Google. Все, не нормально. О-о. Чего-то не хватает? Да. Ты одежду свою забыла? Да. Серьезно? Я всю одежду забыла.
Это еще что было? Да, это что для Тани, для меня. Это везде. Неужели пацан? Сейчас кто-то поедет домой? Ты все проверила? Да, все, вызываю такси. A few moments later. Взрослому, по-умному, как человеку свойственно 20 лет. Режиссер, бля. Режиссер. То есть ты уже собралась ехать? Профессиональный режиссер, потому что принялся за это. Потому что знаешь, что такое, блядь, таймлист. Ты уже собралась выезжать сама, но... Но... Здравый смысл взял верх? Да. Позвони мне по видеосвязи. По видеосвязи? Включи телефон. Тут связь не ловит. Как там на чем-то жнец, на дуде-дуде? Да-да-да. Просто сегодня за художника по костюмам, за художника-постановщика, за режиссера, блядь, за актера. Хотя маленькая сцена, да, всего? Да, маленькая сцена, и получается просто рук не хватает. Хочешь к нам в команду? Кем? Пиши. Не ты, ты наш пират. Нет, хочешь к нам в команду, нам нужны молодые, творческие, амбициозные, потому что... Исполнительные, ответственные. Куда писать? На нашу почту Lola Project Project. В общем, она появится здесь. Пишите на эту почту, что вы умеете, все свои способности распишите. Вас прочитают и вам не ответят. Ответим. Мы на каждый всем отвечаем, конечно. Вам ответят. Лично, что? Вот этими руками я отвечу. Да, потому что Марина ответственная за этими руками. Блин, нифига, мне сейчас прислали историю с Мридзем. Типа номера проституток, видимо. Лола, 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 Лола. Плюс два, конечно. По тарифу. Снимай Талгата. Все это очень все важно. Так расскажи, что ты несешь? Что ты несешь? Что ты несешь? Не знаю. Вообще? Чемоданы какие-то. Вот это уже серьезный агрегат. Сколько к? 6. 6? 6к всего, да? Нормально. Готовитесь? Да, мейкап собственными руками. Я человек, который не умеет краситься. Этому лайфхаку меня научили на съемках сериала «Северное сияние». Типа, если подводить внутри, у тебя более выразительный взгляд. И работает? Сейчас проверю. А? Стильненько. What do you do? Я вроде не грущу, но опять залипаю на тусе в одну стену. What do you do? Я вроде не грущу, но опять залипаю на тусе в одну стену. Вера. Да. А Вольт это как собачка из мультика? Нет, это как бы 220 вольт. Я же говорила, что я трендсеттер, я как разряд током. Ну, пес тоже бил током. То есть ты как Соник? Супер Соник. Нет, я как Вольт. Собака? И можно. Привет, это Лола Онлайн, Сандро и Крис. Сегодня мы провожаем последний день лета, и ты его будешь провожать вместе с нами. Вот так и делается эффект съемки историй. Ну чё, кто первый? Я точно не буду. Не забыла опустить, да? Перед фразой? Все, я пишу. Так, на меня. Вера, что неудачно побрилась? Спасибо. Как дела? Твист. Нормально, я не люблю, когда меня снимают. Ну, это влог, поэтому... Причем не факт, что последний, поэтому... Подожди, то есть получается тебе вырезать вот так, да? Достали уже? Постоянно таскать эту такую, конечно. И снимать. Ой, это мне не нравится, то мне нравится. Давай так, ой нет, у меня подбородок жирный. Ну что, все снято? Все снято. Да?
Вот так вот, вот так магия у них. Гафер устал у нас? Очень сильный сегодня свет надо было ставить с одной точки, потом с другой. Потом один раз снова подвязывали меня к потолку, потому что так лучше было. Уже ты был вместо люстры? Повисеть, да, повисеть все это с лампой. А один раз вообще нужно было проникнуть в человека и от него... Чтобы... Залезть на лицо снимать, проникнуть в человека. Ой, сфоткай, типа, я такая вся крутая, типа, у нас съемочки закончились. И... Ну что, все отсняли. Начинается самая веселая часть, это разгребать весь этот хлам, который мы сделали. Ну, мне кажется, вам уже за этим не очень интересно будет наблюдать. Поэтому вы сегодня побывали на съемочном дне Лола Плюс 2. Короче, подписывайся на наш канал, ставь большие пальцы вверх, если тебе понравилось. И нажимай на колокольчик, чтобы он стал цветным. Нажимай. Ну, не цветной, ну ладно. Какой он? Просто... На колокольчик нажимай. Все. Я жду. Все, нажал. Все, пока. До следующих съемок. What do you do? Я вроде не грущу, но опять залипаю на тусе в одну стену.